Здравствуйте, дорогие мои. Зовут меня Сергей Юрьевич, и это канал «Заметки нумизмата». Сегодня у меня появилась возможность показать вам красивые монеты времен правления Екатерины II, а именно империалы или монеты достоинством 10 рублей. Соответственно, одна из этих монет отчеканена в 1766 году, другая монета отчеканена в 1769 году. Аверсы монет содержат портрет Екатерины II. Иконография ничем не отличается от иконографии серебряных рублей, отчеканенных на Санкт-Петербургском монетном дворе. Зато реверсы этих монет отличаются существенно. Если на серебряных монетах изображен двуглавый орел, то на золотых монетах правления Екатерины II изображен стилизованный крест. Между лепестками этого креста расположена дата, а именно 1769 год или 1766 год. Эти монеты подлинные, и они в очень хорошем качестве, поэтому стоят они очень и очень дорого. Чтобы избежать подделок, все запасаются экспертными заключениями компетентных организаций. Засим прощаюсь. Надеюсь, вам этот выпуск понравился. Это были заметки нумизмата. Всего вам доброго.